О, в кусты потянул. Давай, подтягивай. Сидит вон он. Карась. Сейчас я вам хочу показать еще один очень простой узелок, но он подходит только для вот таких вот крючков, у которых есть ушко. На самом деле это, наверное, один из самых простейших. Так вот, вставляем леску. Так вот, зацепили. И начинаем мотать. Оборотов 6-8 делаем, потом вставляем леску в эту петлю, которая на пальце. Снимаем. Дальше вот так вот это все подтягивается. Лучше смочить. Такой вот аккуратненький узелочек. Крепкий и надежный. Без всяких там заморочек. Держит отлично.